Одной из главных предпосылок для начала Первой мировой войны стали территориальные претензии ряда государств. Исторически сложилось так, что при разделе большого мирового пирога Германия оказалась не у дел. Поэтому в конце 19 века она спешила занять спорные и не попавшие в колониальную зависимость территории Африки и Азии. Кроме того, она создавала угрозу владениям Англии, Франции и других стран. Существовала еще одна причина, причем тесно связанная с предыдущей. Растущее соперничество между Германией и Великобританией на море. Оно обостряло и без того непростые отношения. Военно-морской флот рассматривался как решающая сила в любой войне. Более того, господство в мировом океане виделось основным инструментом международного влияния. В 1889 году в Англии приняли закон, согласно которому британский флот должен был превосходить по своей мощи флоты двух наиболее сильных морских держав. Германия, в свою очередь, также взяла курс на создание мощных современных военно-морских сил. Не остались в стороне и другие страны. К началу 20 века основной ударной силой флота были броненосцы. Тяжелые, защищенные броней корабли с артиллерийским вооружением. Они предназначались для уничтожения кораблей всех типов и установления господства на море. 10 февраля 1906 года в Великобритании был спущен на воду броненосец «Дредноут» — «Неустрашимый». Впоследствии наименование «Дредноут» стало нарицательным для кораблей подобного типа, поскольку он стал первым кораблем, построенным по новой концепции. Согласно ей, броненосцы проектировали, исходя из правила «All Big Gun Ships», что в переводе с английского означает «корабли, у которых все орудия большие». Под «большими» понимались орудия калибра 280 мм и более. Заметим, что в состав вооружения входили пушки и поменьше. Они предназначались для обстрела менее защищенных кораблей и для уничтожения мин. В данном же случае речь идет об орудиях главного калибра, то есть об основном вооружении, предназначенном для борьбы с броненосцами противника. Необходимость в большом калибре объяснялась двумя факторами. Первый – это бронепробиваемость. Второй, пожалуй, главный – дальнобойность, поскольку возросшие дистанции боя уменьшили значение орудий среднего калибра. Еще один вывод, к которому пришли морские теоретики и, в первую очередь, британский адмирал Джон Фишер – это унификация орудий. Проще говоря, они имели одинаковый калибр. Дело в том, что ориентиром при стрельбе на большие расстояния являлись всплески воды от падения снарядов. Но отличить всплески от снарядов разных калибров и, соответственно, вносить необходимые коррективы было затруднительно. Единый калибр позволял управлять огнем централизованно, с единого общекорабельного поста. Более того, пристрелку мог осуществлять только головной корабль эскадры. Так, английский дредноут имел 10 орудий калибра 305 мм. Нассау, первый немецкий броненосец дредноутного типа, 12 орудий калибра 280 мм. Водоизмещение дредноутов превышало 20 тысяч тонн. Их длина доходила до 200 метров. Броневая защита от 100 до 300 миллиметров, а в некоторых случаях до 400. Максимальная скорость составляла 20-22 узла, то есть 37-40 километров в час. Помимо артиллерийских орудий, они имели на вооружении торпедные аппараты. В экипаже входило от 500 до 1500 человек. Россия на момент начала войны действующих дредноутов не имела. Хотя несколько кораблей были спущены на воду в 2011 году, в строй они вступили лишь в 2014, уже после ее начала. Это были 4 броненосца, построенные по проекту Ивана Бубнова: Гангут, Петропавловск, Полтава и Севастополь. Базировались они на Балтийском море. В России такой класс кораблей получил название линкор, то есть линейный корабль. Слово «линейный» досталось русским дредноутам, что называется, по наследству с тех времен, когда для атаки неприятеля парусные корабли выстраивались в линию. Теперь же предполагалось использовать схожую с линией кильватерную колонну. Новые русские линкоры в качестве главного калибра использовали 12 305-миллиметровых орудий.
Они размещались по 3-4 башнях. Суммарно за одну минуту все 12 орудий могли сделать до 24 выстрелов. Орудия производства Обуховского завода были одними из лучших по баллистическим характеристикам. Дальность их стрельбы достигала 23 километров. На Черном море Россия поначалу также не имела кораблей нового типа. Первый из них появился на Черноморском флоте в 15 году. Это был линкор «Императрица Мария». За ним последовали Екатерина Великая и император Александр III. По сравнению с балтийскими дредноутами, они имели усиленную броневую защиту. Одной из тенденций развития дредноутов стало увеличение главного калибра. Это был ответ на растущую броневую защиту и на увеличение дистанции боя. Быстро выяснилось, что на дальности свыше 9 километров 305-миллиметровые орудия становятся бессильны. В обиход вошло такое понятие, как сверхдредноут. Например, английские линкоры типа Queen Elizabeth имели 8 орудий калибра 381 миллиметр. Кроме того, все чаще выбиралась более компактная, линейно-возвышенная схема размещения орудийных башен. Параллельно с линкорами морские державы развивали и другой тип кораблей, попадающий под определение только большие пушки. В русской классификации их стали называть линейными крейсерами. Линейные крейсеры имели сопоставимые с линкорами орудия главного калибра. Их преимуществом являлась скорость. Они были на 25% быстроходнее. В задачи линейных крейсеров входили разведка и так называемые набеговые действия, то есть внезапные стремительные удары по береговым объектам и силам флота в базах, а также завязка боя основных сил. К началу Первой мировой флоты противоборствующих блоков имели в своем составе 55 кораблей класса «Дредноут», еще 35 находились в постройке. Причем большая часть приходилась на Великобританию и Германию. Так, у англичан было 29 дредноутов в строю и 13 в постройке. У немцев, соответственно, 19 и 7. Дредноуты являлись далеко не единственной силой на просторах Мирового океана. На вооружении флотов имелись также крейсеры и броненосцы додредноутового типа, легкие крейсеры. Важную роль в войне на море стали играть минные заграждения, а, соответственно, и корабли, способные выполнять функции минных заградителей и тральщиков. В то время использовались якорные контактные мины. Якорь удерживал мину на месте и на определенной глубине. Он соединялся с миной тросом, который на флоте принято называть минреп. Всего за годы Первой мировой на минах подорвалось и затонуло около 400 кораблей, в том числе 9 линкоров. Для прокладки фарватеров в минных заграждениях использовались небольшие суда с малой осадкой. За собой они буксировали трал. С его помощью мины либо вытаскивались на мелководье, либо резак перерубал удерживающие тросы, и мины всплывали на поверхность, после чего уничтожались. Минные заграждения активно использовались русскими моряками. Применялись так называемые минно-артиллерийские позиции. Мины находились под защитой береговых орудий, что затрудняло их траление противникам. В целом действия русского флота сводились к нарушению коммуникации противника и к защите побережья. Так, на Балтике важнейшей задачей было не допустить германский флот к Петрограду, в то время столице Российской империи. Во время войны стал активно применяться и относительно новый тип боевого корабля, который в русской военно-морской терминологии получил название «эскадренный миноносец» или сокращенно «эсминец». В состав основного вооружения этих кораблей входили торпеды. В России их в то время называли самодвижущимися минами, что в свою очередь и дало название «миноносец». Обозначение «эскадренный» указывало на их способность действовать в составе эскадры. Собственно, изначально эсминцы и предназначались для охраны своих кораблей от вражеских миноносцев, но на деле их стали использовать более гибко. К обороне прибавились разведка, патрулирование, торпедные атаки основных сил противника и даже постановка минных заграждений.
Эсминцы являлись универсальным и наиболее многочисленным классом. Это были и самые быстроходные корабли. Их максимальная скорость составляла 30-37 узлов, то есть 55-70 км в час. За редким исключением эсминцы имели водоизмещение до 1500 тонн. Их длина не превышала 100 метров. К началу войны лучшим кораблем в этом классе являлся русский эсминец «Навик». Он послужил образцом для создания эскадренных миноносцев как военного, так и послевоенного поколений. Во время Первой мировой боевые действия на море были делом не только кораблей. Причем, если береговая артиллерия новинкой не являлась, то для военно-морской авиации это, по большому счету, был дебют. Начиналось все, как и на суше, с аэростатов и дирижаблей, но будущее, безусловно, было за самолетами. В прибрежной зоне могли действовать и сухопутные машины. А вот для более гибкого использования лучше подходили гидросамолеты. Поначалу основной задачей для морской авиации была разведка местоположения кораблей противника. Но постепенно круг ее задач расширялся. В России разработкой летающих лодок занимался авиаконструктор Дмитрий Григорович. Во время Первой мировой он построил целое семейство таких аэропланов. Первым его серийным гидросамолетом был М-5, двухместный биплан-разведчик. Следующую модификацию М-9 можно было использовать и как легкий бомбардировщик. Эти летающие лодки являлись самыми распространенными аэропланами российской конструкции, в том числе и среди сухопутных машин. Их выпуск во время войны превысил 3,5 сотни экземпляров. Интересно выглядит следующая летающая лодка Григоровича М-11. Она была первым истребителем в своем классе. Вооружение состояло из одного неподвижно закрепленного пулемета. Мотор и летчик защищались броней. Во время Первой мировой предприняли попытки вооружить гидропланы и торпедами. По сравнению с авиабомбами, торпеды имели большую разрушительную силу и при попадании в подводную часть корабля практически не давали ему шансов на выживание. Более того, торпеда сбрасывалась на довольно большом расстоянии от цели, вне зоны огня корабельных зенитных пулеметов и пушек. Первая удачная торпедная атака была выполнена английским гидросамолетом «Шорт» в августе 2015 года. Однако на тот момент самолеты-торпедоносцы широкого распространения не получили. Причина этому – довольно низкие характеристики летательных аппаратов, нагруженных столь тяжелым оружием. Еще одним направлением развития морской авиации стали корабельные самолеты. Сначала практиковался следующий способ их эксплуатации. С помощью подъемного крана гидроплан опускали на воду. Летчик запускал двигатель и вылетал на задание. После приводнения самолет вновь поднимали на палубу. Такая методика значительно упрощала доработку судов в авианесущие корабли. Первым подобным кораблем российского флота стал авиатранспорт «Орлица», на котором базировалось 4 гидроплана Григоровича. Ближе к концу войны появились корабли, которые в современной терминологии принято называть авианосцами, то есть имеющие палубу, предназначенную для взлета и посадки. Размещались на них самолеты с обычным колесным шасси. По сравнению с гидросамолетами, они имели более высокие летные характеристики. Пионерами в этой области стали англичане. В 1917 году в состав флота они приняли авианосец «Фьюриес». Базировались на нем истребители «Сопвич». Еще через год в строй вступил «Аргус». Он считается первым авианосцем классического типа. Его полетная палуба занимала площадь по всей длине и ширине корпуса. Однако принять участие в боевых действиях он не успел. Авианосцы стали властелинами морей и океанов лишь четверть века спустя. Основными игроками на морском театре военных действий являлись Великобритания и Германия. Противостояние их надводных кораблей происходило главным образом в водах Северного моря. Накануне войны никто не сомневался, что борьбу за господство на море определят грандиозные морские сражения, и главной действующей силой будут дредноуты. Но на деле страх потерять эти сверхмощные боевые корабли
сковал решимость военно-политического руководства противоборствующих сторон. Большую часть времени дредноуты провели в базах. В британском плане приоритетной задачей стала дальняя блокада морских портов Германии. При этом основная нагрузка ложилась на быстроходные крейсерские эскадры. В свою очередь немецкий флот также развернул крейсерские действия, направленные на захват торговых судов противника и нарушение его морских коммуникаций. Впрочем, особого успеха немцам эта тактика не принесла. К началу 15-го года англичане практически полностью ликвидировали все германские крейсеры, находившиеся в водах Мирового океана. Британцы же, взяв под контроль вход в Северное море, в конце концов сильно ограничили поставки в Германию стратегического сырья и продовольствия. Сделав ставку на молниеносную войну, германское руководство недооценило последствия экономической блокады. В стране не были даже разработаны планы перехода на военные рельсы промышленности и сельского хозяйства. Требовалось искать действенные контрмеры. Одним из таких ответов стала подводная война. Идея применения подводного судна была высказана итальянским изобретателем Леонардо да Винчи еще на рубеже 15-16 веков. После чего в разных странах предприняли попытки реализовать задуманное. Так, в 30-х годах 19 века под руководством генерала русской армии Карла Шильдера была построена первая в мире металлическая подводная лодка. Более или менее привычную для сегодняшнего дня форму подводные лодки приобрели в начале 20 века. Одной из главных проблем того времени был выбор типа двигателя. Для подводного хода остановились на электромоторе, питание которого осуществлялось от аккумуляторных батарей. А вот в целом, включая надводное плавание, такое решение подходило не в полной мере. Емкости батарей хватало ненадолго. Для их зарядки требовалось возвращаться на базу. Использование паровых машин или турбин, как на надводных кораблях, было затруднительно. Двигатель внутреннего сгорания выглядел предпочтительнее. Коэффициент полезного действия у него был выше, и он занимал меньше места. В условиях ограниченного внутреннего пространства подводных лодок это пришлось как раз кстати. Двигатель внутреннего сгорания обеспечивал надводный ход и заряжал аккумуляторные батареи для подводного плавания. Сначала использовались силовые установки, работающие на легко воспламеняющихся сортах жидкого топлива, таких как бензин и керосин. Ближе к Первой мировой все чаще стали применять дизели, более экономичные и менее пожароопасные. Одним из первых перспективность использования дизеля оценил создатель русских подводных лодок Иван Бубнов. В 1908 году на воду была спущена дизельная подлодка «Минога». Еще через год – «Акула». Бубнов поставил себе задачу создать подводную лодку, способную надолго уходить от базы. «Акула» могла находиться в автономном плавании до 2 недель. Во время Первой мировой «Акула» совершила 16 боевых походов, и первой из российских подлодок применила тактику поиска цели в море вместо ожидания на фиксированной позиции. Длина большинства подлодок находилась в пределах 45-90 метров. Скорость надводного хода 12-15 узлов, то есть 20-27 километров в час. Подводного до 15 километров в час. На вооружении находилось от 4 до 12 торпедных аппаратов. Кроме того, некоторые лодки имели артиллерийские орудия, одно или два. При погружении пушки убирались в корпус. Во время войны в составе флотов находились подводные лодки специального назначения. Так, Германия использовала грузовые субмарины для перевозки стратегического сырья и материалов в условиях морской блокады. В России на вооружении имелся уникальный и первый в своем роде минный заградитель «Краб» конструкции инженера Михаила Налетова. Находясь в подводном положении, «Краб» мог скрытно поставить в водах противника до 60 якорных мин. К началу Первой мировой войны ни одна из сторон не рассматривала подводные лодки как решающую силу. Они воспринимались скорее как вспомогательные корабли. Небольшой боевой опыт в этом отношении имелся только у России.
Она получила его в ходе войны с Японией. В целом же, вплоть до Первой мировой, подлодки находились в тени доктрины применения мощного надводного, в первую очередь дредноутного флота. Прозрение наступило буквально на второй месяц ведения боевых действий. 22 сентября 2014 года немецкая подводная лодка У-9 в течение получаса пустила на дно три английских крейсера. При этом англичане даже не сразу поняли, что произошло. Поначалу подозрение пало на мины. Постепенно отношение к подводному флоту стало меняться. А Германия увидела в нем чуть ли не единственную возможность переломить ход боевых действий как на море, так и в целом. Если до войны у нее имелось не более 20 подлодок, то за годы войны в строй были введены еще более 340. В феврале 2015 года Германия объявила все воды вокруг британских островов зоной боевых действий. Блокаду Великобритании были призваны осуществить именно субмарины. До определенного момента действия против торговых судов подчинялись некоторым правилам. Действия немецких подводников вызвали крайнюю озабоченность у нейтральных на тот момент стран, в первую очередь у Соединенных Штатов. Ситуация усугубилась в мае 2015 года, когда немецкая подлодка уничтожила британский пароход «Лузитания», среди погибших пассажиров которого было 128 американских граждан. Это событие обострило отношения Германии и США, после чего подводная война, точнее способы ее ведения, стали предметом политического торга. Между тем, бои на основных сухопутных театрах военных действий приобрели затяжной позиционный характер. Фактически началась война на истощение людских и материальных ресурсов. В начале 2016 года германское командование решило нанести основной удар на Западном фронте и вывести из войны Францию. Сражение, получившее название «Битва при Вердене», началось 21 февраля и длилось 10 месяцев. В конце концов, немецкое наступление было остановлено, а Брусиловский прорыв, предпринятый русскими войсками на Восточном фронте, и операция союзников на реке Сомме и вовсе вынудили немцев перейти к обороне. В том же 16 году состоялась первая и единственная крупная морская битва с участием дредноутов. Это было Ютландское сражение, развернувшееся между германским и британским флотами в Северном море. Продлилось оно два дня, с 31 мая по 1 июня. С обеих сторон в сражении приняло участие свыше 200 кораблей. Немцы поставили перед собой задачу выманить на себя часть британского флота, чтобы уничтожить его и тем самым уравнять общие силы. В количественном плане немцы одержали небольшую победу. 14 потопленных кораблей против 11, в том числе и по числу уничтоженных линкоров – 3 против 1. Но на самом деле крупнейшая за всю историю человечества битва на море так и не решила поставленных задач. Германскому командованию стало очевидно, что надводные сражения вряд ли принесут пользу, и оно вновь обратило свои взоры к подводному флоту. В начале 17 года была объявлена неограниченная подводная война. С этого момента мишенями стали даже суда нейтральных стран. Немецкие подводники пускали на дно все, что попадалось на глаза. Первые месяцы беспощадной подводной охоты дали свои результаты. Германскими субмаринами было уничтожено несколько тысяч торговых судов. Это спровоцировало официальное вступление в войну Соединенных Штатов в апреле 2017 года. Постепенно с немецкой подводной угрозой справились благодаря новым глубинным бомбам и минам, применению гидрофонов для прослушивания морских глубин. Эффективными оказались и морские конвои, в том числе и с применением авиации. В общей сложности за время боевых действий на море немцы потеряли 178 подводных лодок. Комплекс мер привел к тому, что германский план экономической блокады Британии провалился. В то же время поток грузов, вооружения и живой силы из Соединенных Штатов непрерывно нарастал. Теперь поражение Германии и ее союзников являлось уже делом времени. К концу 17 года сложившаяся внутри России революционная ситуация привела к выходу страны из войны и в результате к ликвидации Восточного фронта.
На Западном весной 18-го Германия вновь перешла к активным действиям и добилась определенных успехов. Но силы немцев были истощены. Летом состоялось последнее крупное сражение той войны, которое они проиграли. В ходе дальнейшего всеобщего наступления французских, английских и американских войск была освобождена большая часть оккупированных территорий. На других театрах военных действий союзники Германии также терпели поражение. Осенью Болгария, Турция, Австро-Венгрия, а затем и сама Германия были вынуждены заключить перемирие с противником. 28 июня 1919 года, спустя ровно 5 лет после Сараевского убийства, в Версальском дворце во Франции был подписан мирный договор. Это было официальное завершение Первой мировой войны. Войны, породившей новое оружие и новые формы ведения боевых действий. Войны, унесшей 20 миллионов жизней. Впрочем, по меткому замечанию главнокомандующего союзных войск маршала Франции Фердинанда Фоша, это был не мир, а перемирие на 20 лет. И действительно, человечество лишь взяло небольшую передышку.